Дело в том, что вот эти иллюзии, о которых кто-то, как бы сказать, давал разные описания, скажем, вот удавах и кроликах. Там была идея для кроликов повешена цветная капуста, будущее с цветной капустой, значит, ну, да, иронизируя по идее коммунизма. Значит, фактически любой цивилизации всегда подвешивали пучок соломы, это гораздо более эффективно, и зеленые очки, как осла подвешивают для того, чтобы он крутил на суда, и он идет за этой соломой и крутит. Значит, это, к сожалению, на сегодняшний день время иллюзий прошло. Закончилось. Да, потому что создана некая иллюзия о том, что якобы какая-то из стран, вот в этой вот, это, может вдруг какая-то мелкая страна, может вдруг там с помощью там 1,5 бомб на кого-то там напасть. Господа, ну, я вот занимаюсь проблемами этими много лет. Заверяю вас, что как только специалисты, военные, получают характеристики атомного оружия, значит, они полностью осознают себя возможными самоубийцами, если первые нажимают кнопку. И на самом деле, страсти заключаются не в том, кто создаст или не создаст атомное оружие, а страсти заключаются в том, с какой целью бравируется этим оружием. Ну да. И это вовсе не военная цель, а это цель, как правило, отстаивания экономических позиций. И я вам могу совершенно четко высказать свое наблюдение. Вот представьте себе, что сегодня обсуждается возможность. Нападет на кого-то Иран, ну, если вот, он создаст ядерное оружие. А Америка 2 апреля собиралась напасть на Иран. Чтобы... Я не хочу вмешиваться во все эти процессы, но я хочу сказать только одно. В Тегеране в 1943 году была международная конференция, значит, в которой встречались главы антигитлеровской коалиции и договаривались о сотрудничестве. В Иране всегда действовали во Второй мировой войне все орденские системы и все разведки. Иранская элита обладает огромнейшей информацией о подоплеке Второй мировой войны, о том, кто ее и как, с какими целями затеял, и куда делись деньги, где деньги ЗИН. Самое главное, где деньги. Самое главное, где деньги ЗИН. Да. И я заверяю вас, что, значит, вот я вчера, у нас было обсуждение, я говорил, что у любого президента, как у борзой собаки на цепи, есть поводок. Значит, и за пределы этого поводка никогда его местная элита не выпустит. И не в том заключается функция, скорее всего, как я вот наблюдаю, значит, это отстаивание собственной элиты национальной, своей накопленной за несколько тысячелетий потенциала финансового, интеллектуально-генетического и так далее. Мы в 20 веке увидели, как на наших глазах буквально за несколько лет в результате войны или там революции менялись хозяева. Так вот, проблема-то заключается в том, либо договориться и модель реализовать, которая выгодна совсем, всем вместе, и использовать. Либо, кончится все, да, либо идти по пути уничтожения элит, как это было в Кампучи, или как сейчас поняли совершенно неудачно в Ираке, так сказать, это затеяли. А уж полностью уничтожили еврейство Германии. Это жутчайшее преступление 20 века. И это отклики его были в России, в СССР, и они не забыты, заверяю вас, в еврействе российском. Никто никогда не забудет, потому что это резалось кровью, и, так сказать, это не зря один из замечательных наших таких социальных мыслителей, Нейман, он, анализируя там романы кинодокументалистки Третьего Рейха, значит, которые она крутила в 1943 году, там, отдаваясь там лейтенанту танковых войск, он говорит: а моя бабушка в этот момент умирала от голода в Ленинграде. Ну да, в блокаде. И если кто-то думает, что мы забыли об этом, пусть не надеются даже, что не забыли. Поэтому память об этой войне никто еще никогда не вытаскивал наружу. Не мотивы Первой и Второй мировой войн в полной мере, хотя они уже крутятся в интернете, обсуждаются, ну да, кое-что есть уже, но никогда они всерьез, так сказать, не обсуждались. И обсуждаются только с, как бы сказать, с выгодой, иной раз в отношении, как бы сказать, тех центров, куда перетекли основные ресурсы. Ну да, то есть, значит, куда ушли. В том числе. И не всегда разумная была позиция руководства СССР бывшая, которая вывозила в отчаянии, видя разрушенную страну, вывозила из Германии оборудование оптико-механических заводов. Я еще, как физик-экспериментатор, работал на станках, вывезенной из оккупированной Германии. А немцы в тот момент говорили: «Господи, слава Богу, что это так произошло, нас освободили от старого оборудования, а у нас уже были чертежи нового оборудования, на которых у нас не хватало решимости это сделать». Значит, и этого не произошло в Западной Германии. Значит, не всегда дальновидная позиция руководства СССР, и это далеко не всегда дальновидная позиция руководства Соединенных Штатов, которая в конечном счете и привела к сегодняшнему опять нарастанию непонимания друг друга. Я не хочу говорить о напряженности. Вся моя деятельность общественная, а я занимаюсь ей много, она направлена на увеличение взаимопонимания, на то, чтобы ослабить возможность перехода конфликтов к силовым стадиям, как это вот неудачно произошло в Ираке. Вот, значит, и в результате сегодня страдает и демократия, и, так сказать, народ Ирака, и народ Соединенных Штатов, гибнут куча людей. Значит, я не хочу сказать о том, что сообщества консервативные, в которых совершенно неоправданно развивается идеология национальной ненависти, что это сообщества, у которых есть будущее. Нет, конечно. Но нужны более эффективные виды оружия, смыслового оружия, интеллектуального оружия, для того, чтобы делать их существование бессмысленными, ставить их вне цивилизации, делать так, чтобы их интеллектуальный цвет наций понимал, что вне этого магистрального пути по целеустремленному развитию не может быть ничего. Поэтому у нас все равно нет иного пути, как объединять усилия в этом направлении. Значит, теперь вернемся к биосфере. Поскольку каждая из спецслужб государств имеет свои модели биосферы, вот, естественно, в одиночку никто не может создать полнокровный рынок биосферной информации и рынок полномасштабной экологической реконструкции, глобальной экологической реконструкции. Для того, чтобы создать, то есть восстановить биосферу в том состоянии, в котором еще можно развивать человечество и, как бы сказать, оптимально размещать интеллектуально-генетические и производственные ресурсы, надо понимать, как, до какого состояния мы ее довели. Надо произвести ревизию этой биосферы. Нужно создать целостную динамическую модель биосферы в реальном режиме времени. Значит, так, чтобы она имела биосферарии, биосферные центры, это придумали энтузиасты этого направления, чтобы на столе у каждого руководителя каждого региона был свой региональный сегмент этой биосферы с фрагментами моделей, чтобы любой проект, который реализуется, завод в каком-то месте, чтобы он был просчитан через соответствие этой модели биосферы, причем как в ее сегодняшнем состоянии, так и в идеальном состоянии, которое будет определено как вектор развития. Абсолютно вот. Верно. Абсолютно Значит, верно, и да. в этом ключе, естественно, никогда не выдержат никакой критики такие проекты, как модели древесного этого комбината бумагоделательного или деревоперерабатывающего на реке Селенге, там, возле Байкала. Господи, Байкал — это кладовая цивилизации. Сегодня литр чистой воды стоит столько же, сколько литр бензина. Практически. Это сказка. И один дурак за другим дураком организует в окрестностях этого великолепного озера чудовищные проекты. Да что же это такое? Кончится это. Когда-то Тимофеев-Рисовский, которого Орденская Солидарность не просто позволила ему жизнь сохранить при переезде из... Это, кстати, тайна 20-го столетия. Само факт. Он никогда не раскрывал орденских тайн, даже при переезде. Никогда не раскрывал детали своей работы. Хотя был в числе самых посвященных людей в науке Третьего Рейха. Значит, он говорил следующее. Когда-нибудь... Это в лекциях в Академгородке он говорил. Когда-нибудь по берегам Байкала вывесят чучело в качестве памятников правителей этой страны, которые эту жемчужину доводит до такого состояния. К сожалению, я далеко не уверен, что последующие правители туда не рискуют попасть, потому что сделано катастрофически мало для защиты экологии Байкала. А это, подчеркиваю, Байкал, это крупнейшее и самое чистое резервуар жемчужины мира, пресной воды. Мира просто, и здесь вместе с Соединенными Штатами, с Европой, с Израилем, где наиболее продвинуты технологии работы с водой, мы должны создать все, чтобы остановить эти безумные проекты возле этого озера. Вот. Значит, это достояние всей цивилизации, подчеркиваю, ни одной страны. Всей цивилизации. Я напоминаю те слова, которые я привожу из Библии, это когда кто-то, зарываясь, так сказать, считает, что он в состоянии делать все на земле. Напоминаю эти слова. Значит, Бога. Тут, кстати, когда писали слово Бога, у меня черточка. Я использую терминологию, ну, как бы сказать, иудаизма, потому что из уважения к имени Бога какая-то часть слова не произносится. К сожалению, я увидел, что стоит буква О. Это не совсем правильно, это, так сказать, мы должны соблюдать все правила. Я думала, это ошибка. Ну, да, это не ошибка, это была сознательно сделана. Так вот, слова Бога из книги книг. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Это книга Левит, глава 25, стих 23. Напоминаю, пришельцы не только стали землю саму продавать и ее поганить, так они еще и теперь на Луне пытаются участки продать. Вот, это уж совершенно безумие. Уже продали все участки, все Луну. Это, как говорится, полная ерунда. Вот. Так вот, когда мы теперь возвращаемся к биосфере, на столе каждого руководителя должен стоять этот биосферный сегмент, и через него должна производиться экспертная оценка возможности реализации этого проекта в регионе. Если проект носит межрегиональный масштаб или планетарный масштаб, естественно, это должно отрабатываться на все динамические модели. Такая динамическая модель – правила покупки информации, степени доступности информации. Какая-то информация, предположим, по урановым ресурсам, по ресурсам энергетическим или там каких-то металлов, она не для широкого доступа будет, а для доступа с, как бы сказать, с определенной категорией доступа. Это в мире отработано, но это должен быть международный проект, которые должны это поддержать все это крупнейшие корпоративные системы планеты. Вот до тех пор, пока этой динамической модели нет, значит, мы не имеем права говорить о каких-то законченных взглядах на биосферу, на ее состояние. И, естественно, до этого момента и не будет полностью проведено это принятие Киотского протокола, то есть в жизнь. Потому что Соединенные Штаты, которые сегодня имеют самую тепловыделяющую экономику, они будут говорить: нет, это мы не считаем аргументацию дозволенной. И, кстати, с точки зрения науки, это, скажем, корректности у разработчиков Киотского протокола действительно не хватает, потому что эта целостная модель, она должна быть в качестве аргументации. Она необходима. А как раз ее задача создания – это очень задача сложная. Это мы сталкиваемся с биосферными проблемами, вот, скажем, на Балтике. У меня есть опыт на эту тему. Есть оружие, зарытое в Балтийское море. Химическое оружие, огромное количество. Оно сейчас уже доходит к последней стадии коррозии, и вот-вот, как бы сказать, вся эта гадость, которая наработана это воспаленным воображением человечества, она, как говорится, прольется в Балтику. И, кстати, в определенных местах рыба уже носит следы этого оружия. Вот. И, то есть, уже где-то оно и прорабатывался давно международный проект о чистой Балтике от химоружия. Но корпоративные интересы и жлобство определенное, оно, так сказать, не дает возможности до конца использовать ситуацию в полной мере. Я просто этим подробно занимался и знаю эту всю кухню изнутри. Вот. А это необходим международный бюджет для того, чтобы очистить Балтику. Потому что какая корпоративная система выложит, кто ей даст деньги, 10 миллиардов долларов на очистку. И вот подошли теперь к проекту «Северный трубопровод». Значит, вроде бы все просто. А без очистки Балтики от химоружия и от мин, как же его можно проложить-то? И мы возвращаемся к этому международному проекту. А Польша говорит: я против. Вот. А прибалты говорят: а мы против. Вот. Германия, да, она говорит за, потому что она вот выиграет. Но все остальные это должны это поддержать. А в условиях, когда, как бы сказать, видно, что, назовем так, теперь словами Лившица, значит, ребята, делиться надо. А ежели это мы сегодня, так сказать, к очередной раз пришли к ситуации, когда, ну, вот Лившиц, он теперь занимается чисто корпоративными системами, у него другая, это самое, и сказать кому-то: делиться надо, уже теперь никто не говорит. Теперь, как говорится, делиться по-другому, значит, решено, и, как говорится, да, и все тут. А извините, ну и даже подвели теперь трубопровод. А дальше-то что? То есть опять биосферная проблема. И аргументация для этой биосферной проблемы должна быть разработана специалистами в полной мере. Вот. Я это говорю с полным знанием дела, потому что в момент корпоративной разборки меня одна из сторон вот этого вот корпоративного конфликта, значит, устроила мне, как бы сказать, такую, ну, типа доноса о том, что я просил огромную взятку за продвижение этого проекта по очистке Балтики от химоружия, вот, в присутствии 3 свидетелей. Вот, даже так? И, да, за 3 подписями. И доставили этот донос еще и, так сказать, больному академику в больницу. Чтобы его убить, к тому же. Ну, это, так сказать, уже второй вопрос. Но страсти, которые реализуются в обществе, они жутейшие совершенно, жутейшие. А поскольку это все происходило в присутствии большого количества людей, и это, естественно, так сказать, у меня были с моей стороны это свидетели, как это все обсуждалось, и что там, кто я такой, я вообще никто. То есть я человек, который не имеет никаких постов административных, никаких рычагов влияния, никакими финансами. Да. Кто я такой, чтобы это просить как какие-то там взятки для, то есть сама терминология, для того, чтобы реализовать огромный биосферный проект. Ну, это, и слава Богу, что это было подано, донос этот был подан академику Александру Николаевичу Яковлеву, архитектору перестройки, у которого колоссальный опыт работы с неправедными обвинениями. Он комиссию по реабилитации возглавлял. И его реакция на этот донос была такая, чтобы все, кто имел отношение к этому доносу, Олег, близко не появлялись возле всех наших друзей. Вот реакция такая. Вот, разумного человека. Вот, поэтому... Значит, а смысл вот этого доноса, извините, и вот то, что, нет, это, ну, что нежелание очистить... Нет, тут была у этого подоплека, грешен, я, так сказать, попытался под ковром уладить один из самых громких конфликтов, еще в надежде на то, что его удастся урегулировать без вот этого грохота, который произошел. Ну и кто-то счел, что, значит, ты вот нам... Насолил шило, и мы тебя тоже. И мы тебя тоже свинью подложим. Да, то есть шило на шило. Ты нас, и мы тебя. Вот, грубо говоря, обмен ударами шилом в одно место. Вот. Я вполне, так сказать, это оцениваю, ну, правомерность такого сорта оценки моих действий, ну, со стороны, что это вот могло так показаться, что я здесь вот, как бы сказать, не прав, Федя. Вот, это, но, конечно, всегда хочется, я подолгу, как бы сказать, своей общественной деятельностью стараюсь всегда, ну, устранить причины конфликтов, если есть какой-то шанс, да, без силовых действий, без гигантских скандалов их устранить. Но вот это, так сказать, как-то оказалось связано с биосферными делами. Можете все завязано, да. У нас остается 5 минут где-то, ну да, 5. Вот за эти 5 минут там что у нас остается? Значит, мы укладываемся, вот, мы укладываемся. Так вот, значит, мы должны здесь сформулировать следующую позицию. Облик биосферы, который мы установим в результате реализации динамической модели биосферы, и общее представление об общих целях развития нам позволят вместе перейти к разработке всем цивилизованным сообществом международных программ по реализации, разработке и реализации новых технологий, новой парадигмы естествознания. Да. Значит, я в своей книге «Природа живых систем», напоминаю, некие контуры новой парадигмы, так сказать, обрисовал. Вот, значит, соответственно, утверждается, что и вообще и фонд «Космос, энергия, информация» был создан для продвижения этих технологий новой парадигмы, и он был презентован в свое время как инструмент продвижения технологий новой парадигмы естествознания. Фонд «Космос, энергия, информация», КЭИ-фонд, некоммерческая сейчас эта организация, она и всегда функционировала как некоммерческая, хотя была когда-то создана как структура, ну, новой экономики. Вот, а по сути дела всегда функционировала как некоммерческая структура. Так вот, речь идет о технологиях новой новых космических технологиях, энергетических и информационных. По значимости, может быть, должны были быть информационные, энергетические и космические. По значимости в жизни людей, как мы сейчас вот наблюдаем, это. Но КЭИ – это созвучно со словом «ключ», и мы, так сказать, английский прононс, и мы назвали это направление работ КЭИ. Значит, так вот, эти технологии должны позволить в первую очередь преобразовать субатомную энергию в утилитарные виды энергии, в первую очередь в электрическую, минуя стадию тепловой. То есть напрямую, как это реализуется в живых системах, но реализуется совершенно на других принципах, которые, так сказать, до конца мы и понять не можем. А здесь должна быть с высоким КПД и, значит, без тепловыделения. Причем, когда речь идет о таких принципах, то поскольку речь идет о работе в рамках не замкнутой системы, а открытой системы, то здесь с КПД могут быть удивительные метаморфозы. Значит, речь идет о новых технологиях преобразования и передачи информации как раз для установления контактов не просто внутри Земли, но даже и с иными цивилизациями. Это контакты вне трехмерного пространства, через другие измерения суперпространства мироздания. Речь идет о новых технологиях перемещения в мироздании. По закону отражения говорят, все в этом мире происходит без сомнения. Каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас. И на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до умопомрачения, все небесные знамения отражаются тотчас.